Всем привет, друзья, с вами Сникер, и я продолжаю проходить Rise Son of Rome. И тут какой-то щит разблокирован, новый вид. Ну ладно, это ничего такого вроде не дает. Я понял, как улучшать там казни и все остальное. Оп, дают очки за то, что мы просто бьем вазы. Офигенно. Вот еще вазочки. Хорошо. Едем дальше. О, это Леонтий тут прошелся, походу. Новый свиток. О, люди мирные. А мы разбиваем вазочки. Ладно, ладно, надо бежать за отцом быстрее. Ну да, это, скорее всего, он тут прошелся. Отец! О! Мари, сюда! Наш батька. Погнали. Капец ты носишься. Подожди меня. Так. Оп. И казнь. Я тут понял, что вообще похер на какую кнопку нажимать. Просто надо нажать кнопку, чтобы побыстрее он заканчивал. Долбаные ложочки. Ба. И казнь. Хорошо. Неплохая серия убийств. Погнали дальше. Но накинуло опыта побольше. Надо... Подождите. Чуть потише, наверное, все сделать. Так, идем дальше. Не, громкость голоса, кстати, можно оставить тоже, потому что тут иногда прям очень тихо. Все. Ой-ой-ой. И казнь. Офигенно. Казнь легенды. Пошел он. Да. О, кстати, это наши ребятки. О, двойная казнь. Охрененно. Я должен позаботиться о своих людях. Ломи камеру. Я должен найти платье. В амфитеатре. Приведи его на форум. Мы защитим твоего отца. Иди. Понял. А вот что мне то показывало. Надо туда залезть назад. Паркур. Так, надо найти платье. А вот и... А, нет, это какая-то дама лысая. Окей. Разбить! Хорошо. Ну, варвары тут, походу, нормально так нахиляли. Так. Подожди. А куда? Можно это разбить? Взять он кувалды и бахнуть. Я заблудился. А тут можно что-нибудь с этим сделать? Что-нибудь рубануть, что? А, все, господи. Чего я не увидел-то? Хорошо. А что палатью здесь именно делать? Так. Твою мать. Надо успеть раньше этих варваров. А ну стой, почему? А, на F. Ёпарасы-то. Как-то не особо очевидно было.
Так, может, тут есть какая-нибудь секретка? Нет, тут есть вазы. Что, их нельзя разбить? Твою мать. Я хотел очечков получить. Рим принадлежит народу. Город для народа. Твою мать, а нам их сбить-то нечем. Ну, по лате отъехал. Чтобы подобрать пилу, мы... Скажи, сок, нажмите Е. Оп. Офигенно. Ни хрена себе он метает. У нас еще одна осталась. Еще надо взять. Оп. Пошел, косарёвый. Чего ты ждешь? Публика скучает. Ба. Еще один. Так, главное, чтобы они мирных не убивали. Да вообще никого. Ну-ка, это что такое? Ой-ой-ой. Какая-то матрица. Хорошо. А все кончилось, ярость. Все равно было офигенно. Так, ярость. Восполнили. Еще опыт. А, кость была. Твою мать. Так, тебе надо здоровье. Ладно. Это я провтыкал, короче. Будем так рубасить. И вот здоровье в красном установим. Куда вы лезете, ну? Публик... Вы же позоритесь на публике, дебилы. Сейчас надо всех этих убить. Бах. Я не боюсь. Ты боишься. А, это была шказия. Почему так вот бошку нельзя отрубить? Вы вообще охренительно. Мари, сюда! О, батька. Так, подождите, что-то я хотел сделать. На экспу поставить. Отец! Погнали. Мари, они идут. Они охотятся на нас. Но это же им смерть будет. А. Хорошо. Эд, ты живи там, ботян. О! Мечта, ты вообще лалка. Ублюдок жирный, ты без щита. Вот ты кто. Так, Эд, я хотел забрать. Да, дайте забрать. Время умирать! Ой-ой. И... Хорошо. В шею, бам. Или куда там? Идем, да мы сейчас, походу, всех варваров еще убьем. Как они так незаметно в Рим, интересно, про мы это? Мы здесь не пройдем, Мари. Вернись и опусти этот мост. А куда вернуться-то? Все, понял. Сюда? Надо обойти это все. Опусти мост, Мари! Помоги мне! Надо убираться.
Бам. Хорошо. Так, сынок, продолжай. Понял. Форму, Мари! Не останавливаться! Что там, некому твоих людей защитить, что ли? Ух ты, люди. А, понял, я думал, они меня... А ну-ка... И казнь. Тихо, подождите, ребят. Я его казню. И заплатишь кровь. И этого тоже. Хорошо. Ой-ой. Какой-то жесткий, походу. Твоему отцу было бы стыдно. Тихо, я там его казню, нет? Походу первая смерть. Или нет? Казнь. Хорошо. А это казнь. Хорошо. А теперь можно их спуку улучшать. Твой щит твой деревянненький тебя не спасет. Ну, может, на время, по крайней мере, спасет. Толзопузый. Погнали дальше. Можно, кстати, улучшиться. 51 штука вон. Здоровье. Увеличивает размер ячеек здоровья. Вообще хорошо. Здоровье — это хорошо. Бонус к опыту. Опыт после успешного действия. Давай. Вот это интересно. Увеличивает вместимость. Да, я их особо не кидаю. Улучшение горящий орел. Ну, давай вот это улучшим. И вот это. Все. Бабки кончились. Но они довольно быстро набираются. У нас мало времени. Время для чего? Отец! Объяснись, твою мать. Чтобы... ну, понятно. Я уже все улучшил. Зачем? Там ничего нет, господи. 1699. Ничего не улучшишь. Блин, на F же бежать. Опа. Нифига себе, это ты в бетон, что ли, воткнул меч? Тихо. Это какой-то блатной, по-моему, его казнить надо. Что такое? Твою мать. Как я пром... Как можно промазать? Ты ж попадал. Так, восстановим здоровье. Куда ты лезешь, выше? Короче, можно же ничего не нажимать, просто чуть-чуть меня не будет. Ой, хорошо. И казнь. И воткнуть. Надо было его когда он рот открывать, ему в рот прям. Вообще будет эпик. Тихо. Там была казнь крутая, походу. Красненькая.
А, там на Ку суперспособность еще есть. Господи, какая комба пошла, а? И Кайзи. Бам, в рот надо было втыкать. Почти до сотки же дошел, а? Ну за 31 косарь за одну комбу получил. Нормально. Да-да. Их. Что-то их совсем до хрена уж, а? Откуда они там появляются? Тихо, я его казнил же. Ах ты. Говнюк. А этого казнить, он не ожидал ничего. Я думал, я того убью. Не, братан. Но он там щит бы этот поломался уже. Сдохни. Ба. Сиську тебе, ублюдок. Ой, еще ты хочешь? Бэк. По-моему, это последний. Хорошо. И в рот. Ну прям рот так открывать, он прям вот совсем жестоко. Помогите Леонтию! Батя, ты кого убежал? Успокойся! Нет! Ну что в приступе ярости бывает? Все хуже, чем я мог вообразить. Ты должен спасти Рим. Спасти от них. Ублюдки! Ублюдочные варвары! Ну капец он, ребят. Я сделаю, как ты просишь, отец. Я спасу от них Рим. Пролью их кровь. Я командир Виталиона из 14-го легиона. Я сражался с твоим отцом. Если ты жаждешь крови, то я дам тебе ее столько, сколько выдержишь. Ты же из 2-го легиона? Да. Уже нет. Добро пожаловать в 14-й. В жопу Александрию, пошли воевать с варварами. Виталион проследил, чтобы я закончил подготовку и сдержал свое обещание. С 14-м легионом я пролью море крови. Остров Британия — мерзкое логово на краю Империи, дом ублюдков, которые убили мою семью и начали восстание, охватившее весь Рим. После моего перевода в 14-й легион мы должны отправиться на эти острова. Я отомщу, подавляя мятеж. Сухая земля и горячая еда ждут нас! Мы
моряки! Приготовиться к причаливанию! Нормально, накрыло, нормально. Ну хоть не потонули. Это еще кто? Сраная мистика какая-то творится. Что-то девушка. Что это? Парень какой-то там, мужичок. Прости, мой друг. Так, а шлем мы свой потеряли. Оп. Оп. Если не разрушим башню с цепью, наш флот будет уничтожен. Ну, логично. Видимо, нам этим сейчас присоединяться. Опа. Новый вид для чего? Ладно, неважно. О, ребятки, жаль, у меня копий нет, я бы отсюда... Лучники, отступайте и перегруппируйтесь у башни! Римский флот не должен войти в гавань! Ой-ой-ой! Сильный удар такой жесткий. Пришли тут добить. Ага. Я раз-два, ребят. Бах. Так, комбо окончено. И казнь. Хорошо. Бах. И, блин, за эту бошку бы срубал, вообще зашибись было. Что на меня тагришься, он? Ладно. Тихо. Казнь, твою мать. Оклемался парень. А вот сейчас уже не оклемаешься. И больше никогда. И в рот! Нет. И щиток зависает вообще по теме. Слава богам! Ой. Вперед. Еще этих надо было... Заберем остатки 14 и снесем эту башню. Еще этих надо было спасать, что-то я... Даже не видел жизни их. Ладно, идем дальше. Ты за мной? Походу нет. Мы это значит только я. Этот воин тупой. Один готов. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ай! Топоры! Иди сюда. Долбаный стреляка. Утяка. Ты капец, братан. Ты в курсе вообще, дед? Еще бы когда меч вытаскивал так вот это. У него бы кишки вываливались. Было бы вообще эпично. И жестоко. Ой,
Ой-ой-ой. И голову так вот прям. Бах. У меня такую шею. Выдвигаемся. Со мной. Еще есть кого спасать. Ну, будем надеяться, что есть кого спасать. Не ожидал этого, римлянин. Опа. Сзади можно атаковать прям. Крысяцкая. Отправьте его в ногу. Окей. Твою мать, ублюдок. Здоровья благо много. Иди сюда, шарабан. Оп, и казнь, успел. Ой-ой-ой, офигенно. Когда руки отрубать, это вообще охерительно. Ай-яй. Да вон ему поляшки резануть, пока он там прикрывается щитом. Ай-яй-яй. Походу, когда идеальное отражение выполняешь, можно прям сразу его прикончить. Ищите выжить. А, я понял, это не их жизнь, господи, еще не допер. Мы набираем спасенных, так сказать. Ой-ой-ой. Тихо-тихо, дайте казнить. Пацанчик без руки теперь остался. Эй, это кто из нас еще свинья? Ублюдок. Эй, ну я же казнил его. Ой-ой-ой, вот это вообще... А, ну... Может, ты утонешь? Эй, казнить! Ай! Получилось, ладно. О! Хроника. Прикольно. Едем дальше. Наши пацанчики уже убежали. Меня даже защищать никто не хотел. Ублюдки! Солдаты, послушайте! Наш флот разбит. Берег занят врагом. Наши товарищи умирают. Мы вынуждены отступить. Центурион? Мертв. Он, наверное, мертв. Нам отступать. Где точка сбора? Побереги! Я не знаю. Неужели никто не ждал такого? Предсказания были хорошими. Нельзя верить предсказаниям. Пока я не скажу. Ой. Оп, оп. Хорошо. Так. Есть кого убивать? Есть. Оп. Бам. Отъехал. Так, а больше... А, нет, есть копля. Копля. Копья. Еще. Оп-оп-оп. Тихо. Главное, чтобы щитоносца голубого не было. Какой, а? Господи, как хочется эту игру как-то... Больше хочется на нее смотреть, чем играть. Очень красивая и эффектная. Эти биты прям вообще... Можно было просто делать как сцены, как фильм. Вообще было охренительно. За мной, парни! К башне! Послушайте его! Если бы не Марий, мы были бы мертвы! Во-во. Теперь я буду считать Центурион, походу. Отступить! Назад! Вперед, солдаты! Ой, секунды, мы а? Мы почти у башни! Твою мать! Щиты! Приготовимся! Стой, щиты! Хорошо. Вперед! Щиты! Парни, черепашкой! Держаться! Спартанцы, блин!
Оп, тайминги. Хорошо. Держаться, солдаты! Все. Ну? Отступить! Держать щиты! А, понял. Солдаты, мы разрушим башню! Пошли! Погнали, ребят. Эти сыкуны отступают. Че, пойди наверх идти? Ой-ой-ой. Солдаты, поднять противовес! Я поднимусь, я там рулю. Все, ясненько. Залезай ты, твою мать. Останови цель! Убей его, если нужно! В смысле, если нужно, вы что, меня убивать не хотите вообще? Давай, сели, умри! Ай-яй! И бах! От казни ты не вернешься, братан. Хорошо. Нажми переключатель. Ну подожди. А, да мы тебя страдают. Все, поднимай. Да хватит махать мечом. Поднимай. Поднять противовес! Эй, урод! Твою мать. Это босс. Все вместе! Урод, урод! Да урод, твою мать. Коварный поток. Твою мать, это первая смерть. Какая боль. Подожди. Вот. Так, ладно, босса убили, это хорошо. Беги по кому. Казнь? Какая боль. Варвары долбаные. Можно тебя казнить уже, а? Казнь? Надо просто восстановить здоровье. И еще. Это было довольно потненько, когда он там... Я не мог... Я просто нажимал Shift, он не хотел уворачиваться. А, убить лучника, господи. Это я зачем сделал? Сдохни. Ой-ой. Там еще это жесткий. Нет? Хорошо. Надо вот этого зарубать. Эти казни там было хорошо. Ой-ой-ой. Какая жестокость. Тихо. Ну я же заблокировал, ладно. Давай, доказните его. Хорошо. И полностью отхилились, да? Вообще зашибись. Надо вот этих ублюдков убивать. Что-то я сразу не допер. Сейчас, походу, еще проиграю за то, что я своих не защищал. Ой, что-то меня окружили нормально-то. Так, один минус.
Ой, двойная казнь, нет? Нет. Единожды. Вот. Хорошо. Тихо, тихо, подожди. Я казню. А, нет этих, господи, я хотел у него копейки, но второго у меня нет. Ой, хорошо. Когда идеально что-то выполняешь, прям сразу может бахнуть их. Ну чё, ребят? Вы там как? Противовес на месте! Хорошо. Бросай! Мы справились. Так, вот как мы башню снесем. Вот это эпик. По брутальности прям зашел. Внимание, парни! Храбрец умирает один раз. А трус тысячи раз. Мы уже пролили кровь варваров. И их кровь такая же, как у нас. Кстати, мне кажется, это ни хрена их не взбодрило. Готов! Ко мне! Боги. Просто думал, у нас уже всех там перефигатели, а? Ой. Твою мать. Сам в глаз попал. Странно, что у нас не перешибло. По-моему, атака захлебывается. Почти захлебывается. Мы очнулись, теперь все. Погнали. Сейчас ты сдохнешь, господи, какие они прям такие. Сами живут как свиньи, еще нас свиньями обзывают. Ай! Пока переключал. Почему не знаю, на кнопочки не было вывести вот эти способности? Ой, хорошо отхилило-то. Ой, хорошо. И возьмем эти штучки. Ну я же... Давай... Хватит себе по щиту стучать. Я хочу взять. Пожалуйста. Ладно. 300 действий на одну кнопку. Это самая быстрая казнь. Но не самая эпичная. Ой-ой, это капюшон жесткий. С тяжелой атакой. Парень просто встал. Хары уворачивать, это не поможет. Да в рот ему, в рот. Возьми. Я хочу взять эти самые
копья. Ну так как казнь тоже на эту же кнопку, это нельзя. Ой, как, вот это эпичная казнь. Чувака со щитом. Ему руку отрубает. Флот уничтожаю! Надо разрушить эту башню! Тихо. Тихо. Долбаные стрелы. Беру вот эту. Беру. Беру. Наконец. Беру командование на себя. Кройся за мной! Солдаты! Щиты! Щиты! Первый ряд приготовился! Оп! Щиты, солдаты! Я раз-два, ребят. Держать! Держать! Идем. Оп! А если вот так, ребят? А, вот я зафейлил. Они по очереди, что ли, стреляют? Не все разом, ублюдки. Солдаты! Щиты! Солдаты! Сейчас все выстрелили. Я думал, если просто нажать, то он выбросит. Держать! Просто. Держать! Держите! Держать перепаку! Силумы! Разобрали все целей. И вот так. Ой, сейчас пацана влетит. Залпом. Пацана нахерел. Вот это хорошо. Капец, они копья бросают просто легко. Очень легко. И слишком далеко. Нужно удерживать баррикаду, пока не подойдут наши лучники. Легионеры! В линию! Вперед, парни! Возьмем эту крепость! Вперед, вперед, вперед! Нас довольно мало. Обороне готовы! Лучники, берегись! Возьми... Хватит махать мечом. Лучники! Сейчас я их сниму. Ой-ой-ой. Да ворот! Господи, какой ты медленный ублюдок. Да возьми х... Наконец-то. Лучники! Да и до хрена. У меня больше нет патронов. Я, короче, прыгаю. А вот и под... Не махай мечом, прошу. Так вы же там стоите, чего вы их не отстреливаете? Что за говно? А я могу туда залезть? Нам не хватит. Нет. И как мне их поддержать? Погнали. Огненный залп. Вот это хорошо. Крыши, прикрытие для Марии, для Мария. Обеспечивает поддержку пехоты по вражеским. Вперед! Подожди, это что, прикрытие для Мария? Давайте это. Лучники, на крыше! Главное, чтобы я жил, правильно? А мне куда идти? Вперед! Ага, понял. Они с тылу заходят. Ой-ой, прыжок. Хорошо. Господи, да ты можешь просто подобрать? Чё ты 310 на одну кнопку? Мы же на компьютере играем. Что за говно? Вот так вот.
Ой, хорошо, успел. Ой, хорошо. Здоровье на халяву установили. Что-то походу не работает больше. Это шняга. Быстрым копьем. Нормально. По крайней мере. Ой, халявное здоровье. Хорошо. Ну, ё-моё. Застилили. Ублюдки. А ну сдохли. Урод. Твою мать. Все, погнали, ребят. А, они нас уже ждут. Мы можем обойти с правого фланга или захватить Скорпион слева. Как поступим? Давай справа. Короче, можно вот это бахнуть? Вот так. Точно слабак. А боже, кто это снесу? Ой-ой-ой. Обидительная казнь. Я же почти заблокировал. Твою мать. Ладно. И в рот. Ну, не хочет он в рот втыкать. Это был бы вообще эпик. Я могу просто вот так в дерево уклоняться. Вперед! Стене! Да... Да пока ты своим мечом сраным не машешь, твою мать. Назад! Ну давай. Чё ты зассал-то, а? Стоять! Так, пока они отдупкались, одного уже грохнул. Пошел он. Если он пойдет к пиловам, прикройте механизм моста. Не дайте ему дойти. Понял. Убейте его, пока он не опустил мост. А, ага. А патрошки есть? О, вот патроны. Чпок. А теперь, ребят, я по вам поработаю. Прыжок, ладно, хрен с тобой. Ну тебя в жопу. Короче, ты ничего больше нам не сделаешь, скорее всего. Едем дальше. Твою мать, твою мать. Тихо. Так, все. Тут более-менее безопасно. За мной. Стелс. Твой отец был защитником народа, Мари. Служить с его потомком честь. Вверх по лестнице. Спасибо. Пошел. Опа, ребята. Ой. А как я тебя казнить смог? Ладно. Мне это нравится. Здоровье установил, вовремя переключил. А этого сейчас толкнем. Да, полетел. Так сказать, стейдж фаталити. Ну, стоять. О, наши нормально справляются, а? Нажмите на башню и дайте сигнал. Мы сдержим этих ублюдков. Понял. А что делать надо? Мне, по крайней мере. Я хочу за эту штуку встать. Я так и думал, что сюда надо. Ой-ой, со мной видение, сейчас ошибись.
и патроны бесконечные. Офигительное оружие, по-моему. Че везде его не поставить? Ой-ой-ой. Тут реакция, вот это паркур. Ну давай, надо жесткого убить. Не уверен, ребят. Нет. Твою мать. Кази, кази, кази. Хорошо. Отъехал пацанчик. Надо здоровье установить. Ой-ой. И восстанавливаю. Это кто там катапультами бьет с той стороны? Они по своим бьют, что ли? Это варвары. Пошел в жопу. Господи, толстячки прям орут так. Не-не, урод. Ой-ой. Я думал, он тяжело так упроводит. Казнь была. Бог на что просрал. И казнь. Отлично. За него побольше на него дают. Значит, какой-то жесткий. Урод. Капец ты, парень. Сколько еще будет переть? Мне бы кто помог. Я уворачивался. Но он махал мечом своим. Ой-ой-ой. Эта пульта как летела хорошо. Зачем я вызвал огненный залп? Наконец-то. Что? О, а сиськи-то болтаются. Твою мать. Ой-ой-ой, хорошо-то как. Теперь сработало нормально. Ай-яй-яй. А я вот так сделаю. Ну давайте. Казнь. Хорошо. И эту тоже. И здоровье полностью установили. А, ну, ладно. Так тоже пойдет. В принципе, хватит здоровья. И такого. Ига. Я казню этого пацана. И займусь вами, долбаные косточки. Как ты... Как-то... Что, я в обучении? Что тут не могу понять? Как-то нормально его... Нормально серьезно так на нем проводить. Ой-ой-ой. Остановим полностью. Хорошо. Теперь на XP. Огонь! Полетело. Охренительно. О, вон наши легионы идут. А их довольно много выжило. Видимо, недооценило количество нашей армии. Все, захватили мы. А мы хорошо себя проявили. Нас, походу, сейчас повысят. Что это за загадочная дама? Командир! Да это же наш шлем. Шлем.
Сегодня мы потеряли много хороших солдат и офицеров. Мари, ты доказал, что можешь командовать. Ты заслужил уважение солдат. Так, возьми этот шлем и надень его. Легионеры! Вот ваш новый центурион! Оу, е! Хорошо, хорошо, спокойно! Спокойно, парни! Так. Вы знаете, чего ждать от этих варваров? Они раса бешеных! Которые дерутся с нами, не жалея сил. Но они не знают, против чего сражаются. Рим! Цивилизация! Рим! Это порядок! Рим! Это сила! И здесь мы есть Рим! Командир, армия варваров короля Освальда движется на Йорк. Генерал Комот и шестая когорта вступили в бой, но их судьба неизвестна. Соберите оставшиеся лодки и разгрузите их. Подготовьте солдат. Мы идем на Йорк! Наш поход на мятежные земли был кровавым. Продвижение замедляли бесконечные сражения с ожесточенными племенами. Некогда Рим принес на острова мир, торговлю и процветание. Мир был нарушен восстанием. Теперь мы наконец-то приближаемся к сердцу мятежа, где правят король Освальд и его дочь-воительница. Разведка сообщила о большой, быстро надвигающейся армии варваров. Если мы столкнемся с ними, у нас не будет шансов. И тогда Йорк падет. Во имя богов! Этих тупых варваров больше, чем нас раз в 20. В открытом бою мы понесем тяжелые потери. Не будете атаковать? Их вождь, король Освальд и его дочь Будика, там, среди солдат. Если мы захватим его... Вожди племен придут просить мира, чтобы получить его живым. Тогда Освальду придется преклонить колено и поклясться верности Риму. У бриттов тоже есть представление о чести. У них нет чести. Эти твари смеют стоять на пути римской мощи. Они заслужили возмездие. Нашего возмездия? Или твоего? Господин... Довольно! Мы подавим это восстание, по-моему. И не станем подвергать риску жизни добрых людей. Это понятно, Центурион? Понятно, командир. Отлично. Небольшой отряд проникнет в лагерь врага и захватит Освальда и Будику. Я поведу основные силы и отрежу их от подкрепления. А что мне делать, господин? Я ведь обещал тебе, кровь. Ты захватишь Освальда и Будику. Прежде чем проведешь своих людей... Тебе нужно разобраться с лучниками на Акведуке. Так что ты начнешь в одиночку. Понял. Это честь для меня. Хлебнем кружки.
Но хлебнем уже в следующей серии. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и пока.